Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Ну что ж, 200 тысяч древесины мы с тобой забираем. Это прекрасно. Так, и сразу начнем, наверное, с пака. Давай, бесплатненький, родной мой, открывайся. И, конечно же, еще один откроем с тобой, но это уже будет попозже маленько. Так, что нам? Громель, шипорез, громобой. И пошли ресурсы. Блин, древесины очень мало. Ребят, надо как-то поправлять наше положение. Вам так не кажется? Монеты Одина. 9 штучек. Дальше что у нас тут? Должны быть одни ресурсы. Ну да, в конце, по-моему, шестеренка. Точно. Окей. Так, миллион древесины уже есть. Ну что ж. Начало, как говорится, сделано. Так, зеленая смерть нам принесла непонятно что. И 118 тусклого янтаря. Отправляем дальше на поиски. Так, мы с тобой сегодня пойдем на арену, потому что испытание у нас по ходу дела есть. Вау! Друзья мои, у нас происшествие. Путь по ту сторону. Вот это хорошо, вот это классно. Обязательно начнем сегодня его играть. Так, где мои... Где мои драконы, я не мог понять. Так, водорез. Получил уровень. Слушай, надо его прокачать дальше. Ё-моё, офигеть. Так, обучение валки. Кстати, друзья мои, я... Не знаю, построилась она или нет, но я открыл валки. Точно, вот она. Это, как мы знаем, мама Икинга. У меня есть несколько сюрпризов для Олуха. Так, пора превратить драконов в титанов. Ого. Расширить, ты прикинь. А что тут можно еще улучшить? Откройте крепость Брокра. А где у нас крепость Брокра? А кто он такой? А, зал совета нужен 12 уровня. Слушай, ну это понятно. А как же... Как же нам делать так, чтобы Валки могла превращать их... Секунду. Так, Беззубик, я знаю, что ты хотел, вроде бы, но не давал тебе... Блин, а он у меня на заданиях. Твою ж налево. Так, каких-то два странных яйца мы уже с тобой здесь получили. Внезапное нападение. Ну, тут можно, ребята, вот так. Слушай, подожди-ка, Громель, ты не хочешь у меня пойти и превратиться в Титана? А шанс успеха низкий. Да, тут нужно практически 2 миллиона, ребята. Хм. Так, Ветрокрыл получает у меня 22 уровень. Может быть, нам этого отправить? Блин, шанс успеха мизерный. Вообще, прикинь, мизерный. Дай-ка я заберу здесь все. Все остатки роскоши. Блин, как бы мне так сделать, чтобы они прокачались? И еще с определенным шансом успеха. Так, ну здесь мы получаем с тобой шестеренки, понятное дело. Так, давай-ка в одиночку. И успех гарантирован. Нет, вот так вот сделаем. Здесь мы получаем яйцо дракона. И бесплатно. Окей, дальше ищем. Блин, было столько рыбы, а, ребята. Просто по 10 миллионов, и все куда-то у нас улетело. Все так быстро закончилось. Так потому что, знаешь, сколько стоит одна прокачка дракона на 51 уровень? О-о-о. Туда все денежки наши, как говорится, и улетели. Точнее, не денежки, а ресурсы. Так. Давай-давай, все на бесплатно, конечно же. Пока мне некогда тут шиковать. Что ты мне принесла? Да ладно. Я прям не верю, ребят, своим глазам. Наконец-то я нашел того самого дракончика, который мне нужен был. Так, два яйца у меня уже стоит, да, здесь? Ускорить, ускорить, расширить. Надо будет все нам это расширять. Так, подожди-ка, Фурия. Давай-ка мы тебя отправим на дальнейшие поиски. Короче, ребят, мы с вами нашли стремительную жуть. Теперь... Слушай, а мы можем уровень, наверное, поднять ей, да? Обучить... Новая карта. Да, пускай летит, обучается пока.
На 20-м откроются новые карты. Так, что у нас еще с тобой есть? Какая возможность? Ну, во-первых, нужны ресурсы. Без них нам здесь с тобой абсолютно делать нечего. Ни древесины, как говорится, ни рыбы. Как бомжики какие-то, да? А почему этот у меня стоит? Тут прохлаждается, я не понимаю. Этот прохлаждается. Ну-ка, быстро все за работу. Моментально побежали. Поскакали в припрыжку. Лентяи, а? Ты посмотри на них. Так, ну что? На рынке у нас что здесь моргает? Так, 7 дней. Набор монет Одина. Нет, спасибо, это я не хочу приобретать. Ага, самый младший задирака. Эксклюзивный. Самый младший. А это первородный шипоспин. Ты понял? Вот так вот. Первородный. Не какой-то там. Ну что ж, давай, наверное, вот здесь с тобой заберем награды все. Так, получить. Это получить. И здесь Якнок тоже получаем с тобой. Так, по наездникам что у нас? Заполните ячейки жетонов. Это все понятно. А здесь... тоже ничего не выполнено. Ладно. Как говорится, ничего страшного. Давай откроем теперь с тобой наши паки. Начнем с обычных. А на самое вкусненькое откроем, наверное, редкий. Костолом дикарь. Следующий, погнали. Кревет. Так, крылатый ужас, громобой. И опять костолом дикарь. Теперь здесь посмотрим, что у нас. Чудовище, шипорез, крылатый ужас, экзотический дымодышащий. Хм, экзотический, ребята. Ну и последний пак, редкий. Что нам здесь? Кревет, крылатый ужас, громель, громобой защитник, громорог отпрыск и кривоклык. Вот так вот, друзья мои. Так, следующий вопрос. Подожди, вот здесь вот мы с тобой заберем награду. Вот здесь что ли надо? Ага. 1,5 миллиона рыбы. Ну, спасибо хоть на этом. Так, у меня где? Где у меня? Слушай, а он куда отправился-то? А, прокачиваться, да? Он у меня пошел в прокачку. Куда, сюда? Нет, не сюда. А что, к маме, что ли? Постой, или я его отправил? Что-то я не могу понять. А, он у меня пошел, понятно, ребята. Просто в приключении. Давай ускорим с тобой. Так, завершаем. Опа. Слушай, ни одного яйца, по-моему, у меня из этих нету. Что нам выпадет? Давай, вот это хочу. Блин, выпало какое-то непонятное. Что же здесь у нас? Что? Покажите мне, пожалуйста. Ох ты, гроза морей. Ребята, это редкий дракон. Редкий, ты понимаешь? Это очень круто, что он редкий. Так, ты можешь начать обучение у Валки? Давай попробуем. 1,5 часа, ребята, будет обучаться. А я хочу зайти в ангар и посмотреть, что же это за миленький такой дракончик у нас. Гроза морей. Вот он. Покормим его чуть-чуть. Ну-ка, покажись, как ты там смотришься. Не вижу я его. Пускай пойдет, пока получится. Но он, ребята, двухголовый какой-то. Напоминает мне чем-то какой-то, знаешь, самолет. Серьезно тебе говорю, да? Похож. Слушай, ну это круто на самом деле. Так, что у нас тут еще мы выполнили, да? Окей. Ну что, ребята, пойдем, наверное, на испытание пока, да? Пока есть такая возможность. События. К сожалению, это я так и не прошел. Но не могу, ребят, я пройти. Не хватает мощей. Все уже перепробовал. Тогда давай попробуем, наверное, с тобой вот это вот. Происшествие. Путь по ту сторону. Ну-ка, глянем. О-о-о. Слушай-ка, отлично, отлично. Поехали. Наверное, мы сейчас с тобой здесь и ресурсиков немножко подзаработаем, да? Ну и, соответственно, карты. А может быть, даже еще что-нибудь попустнее. Так, давай смотреть, какие здесь противники у нас. Я вижу громобоя, я вижу чудище.
10 уровня, и все они красные. И все они красные, да? То есть вы хотите сказать, что все противники будут красного цвета? Да, но быть такого не может. Сейчас мы разберемся с этим охламоном, а потом, в принципе, займемся громобоем. Здесь две волны. Так, влупляй по нему. Раз, два. Ну-ка, добьешь? Красавчик. Так, громобой, что-то тут. Ага, все, ребята, этот парнишка будет теперь наш. Он будет работать на нас. Да, громобой? Ведь ты же ничего сделать не сможешь. Ты ослеплен желанием мести. Но мы тебя-то быстренько проучим. Красота. Так, ну что, а это у нас прихвостень. Нашелся мне тут тоже 9 уровня всего лишь-то, господи. Да тебе ж, парень, не повезет сейчас. Мы же тебя сейчас быстренько распетрушим здесь. Расчехлим, так сказать, да? Тихо-тихо, не рыпайся, не рыпайся. Все, ребята, ну, первая волна, не волна даже, а первая, так сказать, битва, первое испытание у нас прошло очень даже неплохо. И мы с тобой крутим колесо, смотрим, что нам здесь выпадет. 3,5 миллиона рыбы. Я не возражаю. А здесь 4,5 миллиона древесины, я так и понял. Ладно, неплохо. Мы с тобой делаем небольшой задел. Плюс 1000 тусклого янтаря. Спасибочки. И двигаемся с тобой дальше. Этот будет бой у нас с тобой проходящий. Потому что только после следующего будет нам доступен обычный загадочный пак. Так, здесь две волны, да? Душитель и змеевик. Ого! Вот это сейчас было круто, на самом деле. Бомбанул, да? Напомнил мне чем-то тройного удара. Урон несущественный, конечно, но зато по всем. Так, ты опять? То есть это у него обычная атака такая? Йо, это мощно будет, ребят. Так, четверть хп отняли. Что там опять делает? Посмотри, а? Вот неугомонный. Надо пробивать его. И желательно быстрее. Так, смотрим, кто тут следующий у нас. Ага. Начнем, наверное, вот с этого. Шторморез, успокойся. Не лезь. Лезет. Так, кто у нас там будет? Вот этот следующий ходить. Поэтому сделаем с тобой вот так. Вот, молодец, будешь мне помогать. Своих же корешей бомбить. Так, ушатываем этого. Дальше идет у нас кто? Ну, шторморез. Я, ребят, до сих пор его даже не пробовал. Не играл им. Ну-ка, сделай что-нибудь хорошее. Молодец. Так, он выходит из-под нашего контроля, друзья. Так, а этого мы берем под свой контроль. Все. Хлопчик наш теперь. Будем его распетрушивать с превеликим удовольствием. Я обожаю, ребят, когда у нас испытания новые какие-то, где есть возможность заработать, грубо говоря, на халяву. Особенно вот эти вот самые первые уровни, где драконы не такие уж и сильные, но... И вот мы с тобой зарабатываем и ресурсы, да? И все остальное. Ну-ка, крутанем. Что нам выпадет? Ага, 2,5 миллиона рыбы. Ну, предположим, а что здесь? Древесина. Вы так и будете мне ту рыбу, ту древесину подсовывать? Ну что, ребята, погнали. Здесь уже мы с тобой будем зарабатывать загадочный пак. Единственное, надо посмотреть, какие противники у нас тут будут. Ага. Шепот смерти и прихвостень. Но я, наверное, буду все-таки шо по смерти бомбить. Давай. А тут, кстати, три волны. Вот что я тебе хочу сказать. Три. Блин, да вы что, совсем что ли оборзели? Так смотри, что они делают. Блин, жалко, у нас с тобой нету здесь хила. Далеко ли мы так с тобой уйдем, а? Скажи-ка мне на милость. Три волны здесь. Барсика, я смотрю,
Бомбят здесь не по-детски. Так, кто у нас тут? Угу, скала плюс водорез. Мне кажется, они сейчас мне завалят моего барсика. Вот почему-то так, так кажется. Ну, хорошо. Так, нам нужно быстрее завалить водореза. Так, барсик, надеюсь, ты не промахнешься. По красоте. Ну что, скала, давай потанцуем. Ага. Блин, самое противное, что у нас с тобой закончилось. Я могу хильнуться, конечно. Чуть-чуть. А он сейчас, наверное, будет разбег делать. Потому что 4 энергии у него, да. Не упустит он такой шанс, извини меня, воспользоваться разбегом. Так, добьем мы его, добьем. Ну и третья волна. Здесь у нас громобой и злобные змеевики. Так, как будем действовать-то с тобой? Давай, наверное, так. Сейчас будет... Ага, вот так вот сделаем с тобой. Пускай он бомбит своих же. А этот уничтожит. Да, ребята, уничтожит. Так, змеевичка, сейчас с тобой покуцаем чуть-чуть. Не надо бить этого дракона. Вы оборзели, что ли, а? Громобой, помогай. Так, этот сейчас кого-то будет бомбить. Окей, предположим, ребята. Этот уже никого не будет. Так, у нас с тобой... Пускай сюда. Уклонение, ребята, сработало уклонение. Блин, да как так-то? О-о-о. Это третья волна. Не имею права, ребята, проигрывать. Не имею. Поэтому придется делать так. Да и добить мне этого хламона. Вот жестко, жестко лютует парень. Так, ну что, один на один с громобоем мы. Ты же понимаешь, да? К чему это все может привести? Блин, я, ребят, наверное, я не справлюсь с ним. У меня не получится. Я не успею. Я не успею, блин. Ребят, все, фейлимся, короче. Твою ж налево, блин. Короче, здесь без хила нам делать нечего. Надо брать лекаря и только с помощью его здесь проходить. Так, а лекарем у нас будет выступать кто? Конечно же, Ветрокрыл. Так, а ты можешь прокачаться, интересно, а? Шторморез. А, там уровень же нужен, да? Точно. Я, по-моему, здесь никого больше не смогу прокачать. Улучшить. Оу! Водорез, ребята, получает 10 уровень. Надо же. Крылатый ужас. Ты как? Понятно. Престиголов. Тоже все с тобой, все понятно. Громобой, а ты? 51 уровень, говорит, прокачай мне. Ага. Ну что, попробуем вот таким макаром. Или все-таки убрать кривоклыка и поставить бар... Нет, не будем. Оставим как есть. У нас с тобой две энергии всего лишь. Две. Сюда потратим и на следующий бой. Ну опять же, как там пойдет. Шоп... Здесь все легко. Вот, и вот эти вот первые бои на изи. Угу. Раз. Да ё-моё, ну сарделька. Ну она как всегда в своем репертуаре. Ага. Так, этот что сейчас будет? Огоньком полыхать, понятно. Добей. Молодец. Красавчик. Так, а этот сейчас будет опять. Ты достал уже, просто запарил. В курсе, нет? Прихвостень, ты в курсе или нет? Ты уже достал нас всех. Изрядно причем.
Он все равно на своем, ребят, стоит. Так, давай подлечимся. Да что ты? 203 единицы здоровья. Так, ну что, здесь разобрались. Так, здесь у нас водорез плюс глыба. Нам, по идее, надо как бы глыбу бомбить, по большому счету. Можно, конечно, в сон их всех отправить, а можно... А можно сделать немножко по-другому. Кого водорез будет бомбить? Ну, понятно. А мы сделаем с тобой вот так. Молодец, нифига он бомбит. Ага. Так, сейчас водорез тут повыпендривается маленечко. О, нельзя убивать, ребят. Так, добивай своего другана, а мы добьем тебя. Только чуть попозже. Вначале надо нам подхиляться. А теперь будем уничтожать. Все, друзья мои, вот она, последняя волна. Значит так, змеевики злобные, да? Видишь, тут еще эти красные. Давай так, наверное, сделаем. Раз. Так, у нас есть энергия, да? Мы можем их в сон загнать, в принципе, всех. Можем. И сделаем. Пускай пока не будут спать, мы сейчас будем одного за другим разбирать. Начнем с этого. Ну что ты там... Ага, так сделал. Воу! Так, ну тут, понятное дело, хильнуться лучше и добить. Так, этот очнется, они, наверное, вдвоем тут проснутся, скорее всего. Красный, да? Так, сарделечка. Или нам лучше вот так сделать? Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой, кому достанется? Кому-то из зеленых. Нет? Интересно тогда получается. Давай сюда бомбанем. Теперь мы его добьем. И будем кусать громобоя. Нет, 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 громобой, уже все, уже поздно. Уже поздно что-то тут делать. Ты в любом случае... Так, мы можем, знаешь, что сделать с тобой? Отражение. Я не знаю, почему, мне кажется, что он будет именно сардельку бомбить. Надеюсь, я ошибаюсь. Ну ладно. Раз ты так пошел, мы будем добивать тебя. В любом случае, ребята, мы победим здесь. Даже если он кого-то у нас уничтожит. Но он никого не убьет. Все. Тяжело, конечно, было, если честно, разбирать. Но победа за нами. Что нам тут выпадет? Так, древесина, понятно. 2,5 миллиона. Так, а здесь? 4,5 миллиона, да? Что-то вы, ребята, загнали. Так, ну что, мы с тобой зарабатываем первый пак. Загадочный здесь. Хорошо, еще одна энергия есть. Соответственно, мы можем с тобой сыграть еще один бой. Прогресс 27%. Ну что, поехали. Так, сколько здесь волн? 3. То есть уже не меньше, да? Так, душитель. Давай, наверное, с него и начнем. С этого душителя. Хотя, прихвостень... А, древоруб это. Молодец, он промахнулся. Так, душитель, успокойся. Вот ненавижу, когда делают. Либо понижают защиту, либо понижают атаку. Добьешь своего кореша, а? Сделай милость. Почти, почти ушатал. Поможем. Ну, а теперь беремся за водореза, хотел сказать. Древоруба. Угу. Так, можно... Нет, так не хочу. Но хинуться нам в любом случае бы не помешало. Погнали.
Так, сейчас бы была бы, наверное, суператака. Угу. Но так как он у нас в слепоте, естественно, ни по кому не попадает. Последняя попытка у него, да? Ох, хильнуться он решил. Это что-то новенькое. Так, ребята, переходим с вами на вторую волну. И здесь пристиголов плюс шепот смерти. Ага, вот что он делает. Так, значит, берем с тобой пристиголового и бомбим с тобой шепот смерти. Начинаем его разбирать, короче. Помогай. Молодец. Погнали дальше. Да иди ты. Вот как он, ребята, промахивается, я не понимаю. На пустом просто месте. Так, давай, пристиголов, уничтожь своего дружбана. Молодец, спасибо тебе большое. Так, теперь мы его делаем своим, под контроль. И потихонечку-потихонечку будем сейчас уничтожать. Ну, что ты там захрюкал? Ага, не тут-то было, да, парень? Не тут-то было. Ну что, поздравляю нас. А, какое, ё-моё, поздравляю нас. Три волны же. Вот это я сейчас, ребята, лопухнулся. Так, смотри. Тут есть кревет. Ну, блин, кого бомбить лучше, а, ребят? Наверное, все-таки мы возьмем кревета под себя. Пускай нам помогает здесь бомбить своих корешей. Ага. Злобный змеевик. Да, блин. Я не помню, на нас висит слепота? Или... Да, висит слепота на нас. Нет, это все-таки, ребята, на кревете висит. Так, ну здесь в любом случае, наверное, придется нам... Блин, мы, наверное, потеряем с тобой все-таки нашу сардельку. Как бы я ни старался ее защитить, ничегошеньки, видимо, не выйдет. Хотя, может быть, еще не все потеряно. Все, сарделечка, пока. Я буду по тебе скучать. У-у-у. Так дело не пойдет, ребята. Так дело не пойдет. Это будет глыба, да, у нас ходить? Это с усиленной-то атакой. Попробуем, ребята. А, вот это мне нравится. Вот это мне нравится, ребята. Оглушил. Кревета. Так, давай еще разочек. Звездани ему хорошенько. Спасибо тебе большое. Так, этот все-таки очнулся. Ну, мне кажется, тебе это уже не поможет. Что ты там вшикаешь, не вшикаешь? Так, этот сейчас что будет делать? Нет, это тоже тебе не поможет, парень. В общем, он наш. Я надеюсь, ты не промахнешься? Нет. Теперь спокойненько его разбираем. Просто спокойненько, он ничего нам не сделает. Два хода. Мы, как говорится, с тобой защищены от его попаданий. И этого нам хватит, чтобы его разобрать. Погнали. Раз. И два. Все. Уложились мы с тобой именно в тот лимит, который нам был отведен. Ну что же, а мы крутим с тобой колесо. И опять древесина нам, да, выпадает. Понятно. Ну а здесь? А здесь рыба. Понятно. Разыграли, короче, меня. По полной программе здесь. Энергия, к сожалению, у нас закончилась. Поэтому мы завершаем здесь с тобой наши бои. Так. Возьмем четки. Блин, зачем мне это не нужно? Это мне не нужно. Так, здесь 30 якнога забираем. И так, янтарь. Плюс древесина там должна быть у нас. Чуть-чуть. Так, рыба. Давай открывать с тобой набор.
Так, руны. А теперь здесь шепот смерти, шторморез, водорез и немножечко ресурсов. Ух ты, премиум набор. Блин, такой классный дракон, да, ребята? Ну, 4799, почти 5000, ребят. Ну, это перебор. Просто перебор. Ну что, у нас с тобой остается лишь арена, да? Аренушка. Но мы, наверное, знаешь, что сделаем с тобой? Арену я поиграю чуть попозже. Но не в этой серии. А эту серию мы с тобой, наверное, завершим. Так, сколько у меня там этих яиц-то выводится? Так, кто у меня уровень получил? А, гроза морей. Так, давай его еще чуть-чуть прокачаем. Пускай идет тренироваться. У меня, кстати, сколько там мест еще? Нисколько. Два яйца. Ну, одно это водорез, а второе я уже не помню что. Ну что, дорогие друзья, тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.